конференцию и традиционно начинаем с гостей. Александр Вячеславович, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Очень рад за свою команду, очень рад за ребят, которые в очень хорошем стиле, достаточно уверенно. Я поздравляю, что это очень просто, но наша задача была спросить, у нас получилось, причем еще раз, в хорошем стиле и очень уверенно, поэтому очень рад за свою команду. Благодарю вас. Есть ли вопросы? Ильяна Кривец, АПКФТВ. Ильич. Находился просто прямо на бане, комментировал, получается, и вот такой контраст здесь так спокойно, там такая буря эмоций. Ну, да, знаете, там на самом деле мы же играли с чемпионом страны и с командой объективно, наверное, превосходящего, с Васей, и не лишними были эмоции. Абсолютно нелишними с точки зрения того, что ребятам нужна была поддержка и любое другое слово, любая подсказка, на мой взгляд. Я понимаю, что не все так круто футболистов, но многие вещи пытался нанести, и некоторые вещи сработали, и слава богу. То есть сегодня пришлось пошуметь. Может, иногда и не выбирал слова, немножко стыдно, да, поэтому, если кто-то услышал, то это, конечно, неправильно. Вот, но, это было эмоционально. Ну, официальный коммент был еще, когда вы готовы были в атаку кафедру подключаться. Честно, была хитрость немножко такая. Была хитрость с точки зрения того, что оставалось 20 секунд. Я думал, даже если арбитр обратит внимание на меня и потратит время на мою казнь, то нам это поможет. Вот. Ну, если бы не отдали передачу, я думаю, что я шел до конца. Спасибо. Если еще вопросы? Нет, спасибо.